Всем салют. Небольшой анбоксинг. Такая штука мне пришла. Вот. Картридер шел очень долго. С прошлого года. Собственно. Карта. Понятное дело, что Китай ужасный. Я вообще боялся, что он карту мне спалит или USB спалит, но попробовал, вроде работает. Здесь какая-то лампочка внутри моргает. Стоил он что-то вообще ерунду. То ли доллар 40, то ли доллар 50. Ну, можете представить, да? Вот. И, ну, что его взял? У меня был старый какой-то картридер. Он, в общем, приказал долго жить. А смотрел в магазинах, в местных ездил. Так там, в общем-то, цены что-то как-то там по 450 рублей, в общем, короче, стоит картридер. Я так подумал, думаю, ну, закажу-ка на eBay. Я не скажу вам, что за лот, что за номер, потому что он у меня исчез уже из истории eBay. Вот. Но что-то доллар 40 или доллар 50. В общем, такая штука. Я не знаю, как другие здесь работают под карты или нет, но вот это работает. Нелепая такая, китайская. Раз на раз не приходится, скорее всего, он долго тоже не проживет, поэтому, может, кто посоветует какой-нибудь хороший и недорогой какой-нибудь картридер на eBay. Ну и заодно, может, карточку напишет, кто какой, то есть пользуется, что там нормальное, все дела. Все. Спасибо за внимание. Пока-пока.